Всем привет, с вами Crazy Stalker, здоровенький булы. Не удивляйтесь, почему я сказал это на украинском. Сегодня у нас один из первых украинских упоротых модов, который полностью на украинском языке. Вот такая вот история. Ну давайте глянем, что команда упоротых зробила за 2 месяца такий мод. Ну, сделали за 2 месяца такой мод. Как говорят команда, мы работали целых 2 месяца. Ну, погнали. Новая игра. Темные легенды. Мод называется. Ждем загрузки. У меня немножко тут похозяйничал в этом моде, дал другую оружку, дал денег главному герою, как всегда. Серпень 2012 року. Сталкери тільки почали вивчати центр зони. Нещодавно пройшли чутки про таємниче містечко. Дехто назвав його мертвим містом. Воно розташоване на північ від заводу Янтар. Кажуть, що в цьому містечку мешкають привиди. І що прошли слухи про темне, короче, заброшений город. Звідки чутки ці беруться? Откуда беруться ці слухи? Там краси. Виконуючи важливе завдання від відомого торговця консервами, я навіть і не уявляв, що моє сталкерське життя так різко зміниться. Мене звати Серж, і я розповім вам мою історію. Ну, короче, виконує завдання торговця консервами, ну, це Сидорович. Він і не думав, що у нього все так і зміниться. Його звати Серж, головного героя. Какой замечательный фонарь. Так, что у нас? Паска, выбраться с будильника. То есть капкан, найти выход. Thank you.
Що у нас там по локаціям? Новое задание. Мертвый город. Найти выход. Ни хрена не видно. Все идем. О, появилось. Мертвый город. Покинуть место. Нам по дороге надо. Будет как бы. Найти выход. Не, сука, ха-ха, зона этого миссия, от этого города не выйти. Так. Мы погнали бродить, что ли? Ни хрена не видно вообще. Что тут вообще? Аномалии, не аномалии. А. Вот как вот, я не понимаю, блядь. Ну хоть бы фонарик сделали путевый. 10 минут пятого. Че, ждать пока рассветет, блядь. Я не понимаю. Кобздец. Надо было время, короче, переставить старт игры. Вот что тут можно увидеть? Какая-то жопа, блядь. А время ускорить? Не, никак. Какое эпичное начало. Пойму, мы что, плывем, что ли? Что у меня персонаж двигается? Ну, будем ждать хотя бы хоть что-то рассвело. Как вообще тут можно что-то понять, блядь? Или фонарик сделать ярче надо было, блин, сразу.
зал бы сделал, блин. Трудом какой-то. О, землю вижу, ура! Так, а тут у нас что? Сейчас малость рассветет, будем что-нибудь искать. Как выбраться из этого мертвого города? Так, из здания мы выбрались, второе задание — выбраться из города. Так, а что у нас там по локациям? Это у нас шум. Буду на дикие территории, а это что? Так, не обозначение, блядь. Что за территории? Ничего не понятно. Или действие будет происходить все время на одной и той же, блядь, локации? Я не понимаю. Я не просто как... Ну это понятно, это топик. Болото. Это темная лощина или как это называется, да? Мы с вами вот тут. Так. Светлее. Так, ладно. Вот что-то уже можно разглядеть. 55, да? Горилка Козаки. О, снорк лазит. Так. Да, бутылку водки кто-то забыл. На остановке. Так, ладно. Погнали к реке. Так, давайте сохранимся. Груз бережно. Вот это вот у вас. Йог Сталкер 2. Груз бережно. Это что тут, блядь? Семейство кровососов. Не пройти, да? Понял. Так, тут пройдем. Так, давайте сохранимся. Я так понимаю. Надо постоянно сохраняться.
Что-то видно. Стало. Так, и когда же у нас расцветет? Так, повернем, наверное, направо. Начнем исследовать. Опа. Ну давай уже, расцветай, хоть что-то было видно. Сейчас с угла начнем. Ну я просто, ну, немножко знаю, нам надо на реке что-то там найти. Вот так, читал, короче. Комментарий упоротых. Блин, ну когда уже расцветет, бля? Вот у них мозги на месте, вот нахрена вот так вот, блядь, начинать игру, я не понимаю. Ну прикольно, но сделайте так хотя бы, чтобы он вышел и расцвело, блядь. Или фонарик сделайте поярче, чтобы было видно. Ну они ж, вони ж разробники, вони лучше знают, краще знают. Як робити свій мод. Он там что-то блестит. КПК бійця чистого неба. КПК бійця чистого неба. Так, и что у него тут? Не то. Так. Последняя запись на КПК. Каланча был прав. Это аномалия. Но ее природа нам неизвестна. Так, мои исследования подтверждают, что это мешок, короче. Но уникальный. Он похож на пространственную аномалию. Ну, на пространственный мешок, блядь. Он может отворивать песни. Короче, он может по приколу забыл. Короче, он может менять реальность, и время идет тут по-другому. Это сравнение с солами. Что такое солами, вообще не знаю. Надо переводить. А если рассказать, боже, это ж боже, створено усведомление. Сознание. Я еще. А есть еще одна запись. И там интересная информация. Тут говорится, где-то возле речки спрятано два комплекса для эвакуации. Ага. О! Это 6 часов утра, но сильно темно. Так, давайте сохранимся. Так. И будем искать. Где ж тут возле речки что-то спрятано? Что тут где спрятано? Пока я ничего не вижу.
Курхана в нас тоже. Еще раз отклонимся. Это возле речки. Ну, давайте поищем. Это возле речки. Опа! Прикольненько. Какие хорошие разработчики, все проверили, протестировали. Мать вашу за ногу. Завантажите, загрузите. Дурдом, блядь. Так. Как вот это вот ходить? Придется сохраняться почаще. Так, давайте сейчас сделаем вот так вот. Берегите игру. Сохраните их. Повернення до гри. Ну от где эта дырка? Хто його знає? Это тут була. Так, ну ще раз сохранився. Уже, блядь. Как можно кто-то возле речки искать, если ты просто тупо проваливаешься в дырку? И ни хрена ты не видишь. Ура, солнышко! Ладно, пошли туда. Так, сохранимся. Опа. Или отвалялся. Так, сохранимся. Вдруг опять провалимся. Ну, в общем, вот и речки я ничего не нашел. И в обратную сторону. Хотя вряд ли, наверное. Да время уже 7 часов. Почему такая темень?
Причем я увеличил радиус обнаружения предметов с 5 метров до 35. Тут мозги, короче, себе не парить. Хотя бы хоть что-то, блядь, понять. Какие комментарии там, ой, дуже цікавий мод, блядь. Порадовало, бро, этот, мертвое место, бой, мертвый город, блядь. Что тут может порадовать, я не понимаю, блядь. Возле реки что-то надо искать. Короче, иди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что, блядь. Еще и в темноте, блядь. Время 7 часов, блядь. А такое впечатление, как будто 3 часа ночи, блядь. Какой классный мод. Сделали упоротые разработчики чисто на украинской мове, блядь. Я не знаю, вот куда вот дальше идти. Ну пошли туда сходим. Я не знаю, был я тут, не был, блядь. Там нету ни хрена, у меня большое расстояние. А, ну это мы проходили здесь, блядь, скелет валяется. Вот где еще искать? Эх-ха. Какая атмосфера, блядь. Я не понимаю, блядь, вот что делать дальше. Речку мы с вами обошли, блядь. Время у нас, блядь, почти пол восьмого. Нихуя не видно. Вообще, блядь. Куда идти? Чего делать, блядь? Не ориентировал, блядь. Мертвое место найти выход. Мертвое место найти выход, блядь. Пиздец, блядь. 20 минут восьмого, блядь. Такое впечатление, как будто, блядь, только-только начинает светать, блядь, летом 4 часа утра, блядь. Долбоёбы, блядь. Я не понимаю, блядь. Мы опять пришли на то же самое место, да? Вот что вот тут возле речки? Ну никаких ориентиров, блядь. Он еще и устал, блядь. И опять мы пришли к холодильнику. Консервы сниданок туриста. Солнце уже вышло. Почему так темно, блядь? Долбоёбы, блядь.
просто пипец как. Так, опции. Застосувати, коли я не кажу. Хоч що там буде. Так, куди ми вийшли? Вышли мы на край локации, на невидимую стену. Вышли. Так, а это походу откуда мы вылезли? Ну нет. Но все равно. Думаю, вышли за локат. Там тут нету ни хрена. Это типа дорога, да? Я же говорю, край локации. Никак, да? Только через ту дырку, которую вошли. Или как-нибудь еще. Так. Забор
Забор как в концлагере, блядь. Так и сюда мы зайдем. Понятно. Сюда мы тоже пройти не можем. Ну что, мы за локацией. Это у нас что? Перепрыгнул. Опять сохранимся. Так, ну мы опять, короче, в этой жопе, в которую упадем. Ну я говорю же, блядь. Что мы должны, блядь, искать, блядь, возле, блядь, этой речки, блядь? Или тут две речки? Нет, одна. Так. Ладно, погнали, сходим на другую сторону. Может, я что-то не понимаю, блядь. Еще какая-то, блядь, ручеек какой-то есть. По речке. Девять часов. Вот это по ихнему 9 часов, блядь. Вот в этом я должен играть, блядь. Пиздец. Ни хрена себе, куда я залез. И дождь еще пошел. Погнали. Может, дождь нам нальет речку? А это ж у нас получается что, блядь? За этим, блядь. Радиоактивные осадки начали. Увага! Внимание! Радиоактивные осадки. Ты что такое, блядь? Ой, зомбари, блядь. Да ладно. Где оно стреляет?
Пайп. Ни хрена он такой, блядь. Так. Нихера не видно. Где оно рычало? Найди артефакт. Сохранимся. Вот и такое. Кабак. Томбованный. Так, нашли, блядь, зомби. Да. Нету тут никакой речки. Массу забыли добавить, да? Мир, пейс, яс. Ленин. Ой, какая оказрада. А как же ж, блядь, украинское усе, блядь. И на украинском написано Ленин, блядь. Зато сзади, блядь, слава КПСС на русском. А как же усе украинскую мовою, блядь. Долбоёбы, блядь, разработчики, блядь, а? Что за зрада такая, блядь? А?
Вот пиздец, вот как вот можно в это играть, блядь? Может, мод и короткометражный, блядь, это что, блядь, второе задание выбраться из города, блядь? И на этом, блядь, конец сюжета, блядь? А? Чё за хуйню вы тут, блядь, поначудили, блядь? Дебилы, блядь. Ну зато, ой, какие комментарии. Дякуємо, блядь. Дякуємо, блядь. Страна дяку, блядь. Долбоебов, блядь. Да просто пиздец. Долбоебы эти разработчики, блядь. Это сраная речка, блядь. О, опять я холодильник. Где-то возле речки спрятано два комплекта эвакуации. Нихуя тут не спрятано, блядь. Но зато, короче, блядь, мне надоело уже, блядь. Вот в этом весь, блядь. И упоротость, блядь, всяких, блядь, украинцев, блядь, разработчиков, блядь. А бы что-нибудь слепить, зато украинскую мовою, блядь. Просто пиздец. Тракторе, блядь. Да нету тут ни хрена, блядь. Там все светилось. Все, у меня, блядь, терпение лопнуло. Нахуй, я ебал такие моды, блядь. Украинскую мовою, блядь. Все, всем пока, блядь. Я выключаю, нахуй, эту поебень, блядь.